Ребята, ребят, мы же ходим. Все, мы вас не трогаем. У нас есть, мы не идем. Давай дальше. Все. Мы на работу. Какая работаем. У вас работа? Мы выполняем свою работу. У какую нас работу? Честного порядка. Какую работу? Какую работу вы выполняете? Скажите. Порядок здесь охрана не нарушает. Пройдет, пожалуйста, пройдем. Порядок не нарушает. Есть подобность нарушает. Там можно в письменном виде может оставлять заявление. Всем привет! Я нахожусь возле Дворца Независимости, где проходит съезд Нур Отана. Здесь собрались люди, которые говорят о том, что они пришли погулять. Они, ну, рассказывают о разных проблемах. Полицейский предлагает им поехать в Нур Отан. Собираемся, говорим. Мы же свободные люди. Да. Смотрите, что люди собрались. Нет. Даже не знаете, мы ничего плохого не сделали. А Эльдер, вы просто боитесь, что люди собрались. А мы с вами собрались, вы наша часть. Да, вы. Мы не против вас. Вы же сами работаете. Да. Для нас работаете. Нам служите. Русской? Народу. Ну что за проблемы? Народ не может собраться и попраздновать съезд. Да, 27-й съезд партии. Вы что, против, что ли? Да, можете рассказать, зачем пришли? Ну, про Нур Отан, вот про съезд. Вы, что за это? Настоящее время телеканал. Это что за телеканал? У нас программа по Центральной Азии выходит. Как называется канал? Настоящее время. Карантайм. Что хотите? Хотим узнать, зачем пришли. Вот полиция говорит, чтобы вы уходили. Свежим воздухом хотим подышать. Наслаждаться, что мы здесь родились, это наша родина. Мы хотим спокойно топчить. И не хотим, чтобы кто-то нас куда-то загонял. Хотим свободными людьми быть. Не хотим, чтобы нас подавляли. Не хотим, чтобы нас ущемляли. Вот и все. И сегодня съезд идет, и вроде бы это праздник. Ходим, празднуем. Вот здесь очень красиво. Наслаждаемся. Хорошая погода. Ну, хорошая погода. Надеюсь, что весь Казахстан, да, отмечает, да, этот праздник. Будем надеяться, что... Во всех городах люди вышли, и так же, как мы, радуются. А чему радуются? 30-летней нашей независимости, которая пока что не привела нас ни к благам никаким, большую часть народа. Но мы хотим изменений, мы хотим перемен. А как вы узнали, что нужно сюда приходить? Вы, получается, то, что тут съезд, да? Да, съезд. Вот мы пришли на съезд поддержать. Это такие вопросы тоже странные. Есть интернет, он же не закрыт, значит, мы знаем, что люди собираются, мы собираемся. И не просто так, мы хотим... На новостях по всем каналам. Да, мы хотим, чтобы... Хотя этот интернет постоянно блокирует. Да. Мы хотим, чтобы мамам давали квартиры. Мы хотим за то, чтобы наши дети не бежали за границу, искали работу, гастарбайтерами были. Мы хотим жить в своей стране, пользоваться своими ресурсами, находиться и не бежать, и быть уверенным, что завтра дети будут, что медицина будет достойна, что не надо платить платные кабинеты, ходить платить анализы, за образование брать кредиты. Мы хотим жить в своей стране, которая является богатой страной и достойна прекрасного будущего. Только не хватает, чтобы еще люди собрались и сказали об этом заявлении громко, ясно, что мы хотим перемен, хороших перемен. Вот видите, уже замечательно, уже никто в автобус не зайдет, да? Уже хорошо. Ну, они могут это сделать все равно. Но обычно они только так и делают. Ну, значит, двигаемся. Вот видите, они подогнали. Думаете, они просто так подогнали? Так вам по округе все подогнать. Вот сзади они пригнали прокурора. Вот они пригнали. Вот сзади стоит. Вот.
Тағыда бір рет түсіндіріп өтейін сіздерге. Осы мен үшінші рет. Мен Нұрбек Серікұлы, жергілікті атқарушы органның өкілімін. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер және пикеттер туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылы шыққан заңы бар. Сол заңда алдын ала сіздер жазбаша өтініш берулеріңіз қажеттігі көрсетілген. Егер сіздер осылай жиналып тұра беретін болсаңыздар, осы заңның 8-ші бабын басшылыққа ала отырып, сіздерден жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде тез арада тарауларыңызды талап етуге құқығым бар. Сондықтан мен сіздерге осы түсіндіру жұмыстарын алдын ала жүргізіп отырмын. Қазір вопростарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, бізде район әкімдіктері, сонымен бірге Нұр Отанның қалалық партия өкілдері қабылдау жүргізіп жатыр. Сол жерге нақты сұрақтарыңызды алып, ұсыныстарыңызды сол жерде беріңіздер. Этих людей будут задерживать стопудово. Потому что они уже вот пригнали автобус. Гони, снимай, да, видео. Этих ментов всех снимай, сейчас будет туда скрыться. Всего, стопудово. Да? Ай, мои парни, сейчас что-то важно. Честно. Честно. Гони, пойдем запишем прокурора еще. Ресми түрде жиналыс өткізіп отыр. Сіздер жиындар бойынша Қазақстан Республикасы заңына сәйкес сіз мына жерде құзыретті органдардың рұқсатынсыз жиналмайсыздар. Түсініп отырсыздар ма? Егер сол заңды бұзған үшін сіздерге жауапкершілік. Қазір, да? Силу примените. Жауапкершілік болатын мен сізге түсіндіремін. Түсініп отырсыз ба? Заңды адам үшін жатады. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы бабына сәйкес жайында. Халық үшін жатады. Түсініп отырмыз. Бастауы дейді. Халық үшін жатады жаңды. Сіздер не қатыспаған заңды айтасыз? Заңды сіз халық сонда не? Жоқ, сіз айқайламайсыз. Кім үшін? Халық үшін жатады. Халықтың жағдайы жақсы үшін. Жоқ, түсініп отырмыз. Заң бойынша егер жиналам десеңіз, тек қана рұқсатынсыз жинай аласыз. Бір сұрақ, прокурор болмасын қазір. Сіз қазақ болғанда айтыңызшы, қандай бізде болашақ? Сізде бала бар ма? Ол заң бойынша сізге түсіндім. Қазір жоқ, қазір кім сияқты? Жай қазақ сияқты айтшы. Сізде бала бар ма? Пациент бар ма бала? Бар, бесплатно образование, бәрі сенде бар. Болашақ не үшін болады? Айтшы, болашақ не үшін болады? Қытай кірсе. Біз үшін болады, а біз қайда боламыз? Бәрі за границу барамыз, бәрі Корея жұмыс істейміз ба? Мұсыда енді тиіспеңіз бізге, сіз қазақ сияқты сөйлеңіз. Қазақ ты сам гроши получаешь, гроших имеешь, на что живешь? Жақсы, сендірдім мен сізге бәрі. Ол қатықпаған заңды өзгерту керек, мына халықтың жағдайын жасау керек. Халықтың жағдайын. Заң дұрыс емес. Халық, біз болашағымыз үшін жылап тұрмыз. Болашағымыз, келешегіміз, балаларымыз. Они сейчас будут вас задерживать. Люди, вот это посмотрите, вот этот беспредел. А что только мужчин берете? А почему мужчин только берете? Женщины слишком много говорят, не трогайте женщин.
Вот все, что вы хотите знать о нашей демократии в этой стране. Вот этого чела запомните, по 15, по 2 автобуса, который стал замом ДВД, который всегда на всех задержаниях. А я журналист, попробуйте задержать меня. Вот этого чела запомните, который на всех этих митингах. Люди, поделитесь этим эфиром, пусть все это увидят, пожалуйста, поделитесь эфиром, я вас прошу. Подождите меня! Так, давай, сюда иди, двое назад, идем назад, двое сюда берем. Люди, эфиром поделитесь, пожалуйста. Все, пошел. Ой, она ехала шапка. Все, езжай, Алматы из провода. Сопроводите его до Алматинского провода. Быстро. Артка нет, артка, водила. Разберемся. Ну, место, она ехала шапка. Она. Артка. Походу не всех задержали, если эти менты дальше побежали вылавливать. Пойдем у него спросим у этого чела. Пошли быстрее. А за что людей задержали? Объясните, что произошло? Что люди нарушили? А? Какой пресс-службы? Вы же здесь находитесь. Нет, за что людей задержали? Объясните. А что они нарушили? Как митинг определяется? У них же не было плакатов, ничего же не было. Объясните. Нет, а как вы митинг определили? У них же не было ничего, они никаких требований не выдвигали. Нет, я не могу подождать. Вы же задержали людей, потом вы убежите. Алло. Алло. Объясните, почему вы их задержали, если у них ничего не было? Они ничего не предъявляли. Им... Шеф, не слышу вас. Алло. 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 Объясните, почему вы их задержали, если у них не было ни плакатов, ни требований, они не выдвигали? Да, да, шеф. А чего вы убегаете-то? Ответьте на вопрос. На вопрос ответьте, вы же сказали, подождите, можете ответить. Извините. Нет, ну объясните, вы же задержали их, у них не было ни требований, ни плакатов. За что задержали людей? Один раз, другой раз.
Пойдем туда. Дальше. Какое благо, не приезжай, сейчас тебя тоже заберу. Нет, ну просто я же должна спросить по-любому. А мне отвечать? Есть это? Нет, я снял все. Молодец. Получается, люди разбежались, они за ними побежали, да? Они не всех успели запихнуть, получается, да, туда? Да? Я так пойду тогда, да? Короче, я так поняла, что когда мы там стояли, вот возле вот этого Дворца Независимости, они не всех успели закинуть в автобусы. А, ну или все уже, не знаю. Да, не всех, походу, всех они выловили. Короче, людей повезли в Алматинский РУВД. Только я не знаю, какой там есть, или их несколько. Вот этот человек, он всегда присутствует на всех митингах, всегда задерживает людей. Всегда, когда мы ходили, мы много раз его видели. И он, кажется, после этого даже повышение получил, стал то ли заместителем, то ли главой ДВД. Ну, который не хотел отвечать, вот он отвернулся. А, да, съезд проходит в пирамиде. Я не знаю, там есть еще президент или нету. Но съезд... Ой, не в пирамиде, он проходит во Дворце Независимости. Я перепутала. В Дворце Независимости он проходит. Не работали? Съезд Нуротана проходит во Дворце Независимости. Вон там. Это Астана. В Алматы, кстати, возле Нур-Отана тоже были задержания.